Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть Tower Conquest. Ну, соответственно, сразу начнем, пожалуй, с тренировки. Заберем нашу команду и опять ее выставим тренироваться. Опа-на, а у нас, друзья мои, кто-то... Оу-е, толкатель, блин, а нафиг... Ну, я же не знал, друзья мои. Ну что же, это хорошо. Толкатель, друзья мои, прокачивается по фулл-звездам. Это радует. Значит, мне главное не забыть в следующей серии его, ребята, выкинуть из той команды. Так, бог ветра, 15 карточек. Вау-вау-вау, шикарно. Шикарно. Ну что, в бой, соответственно, бой будет изичным. Ну, с этим ничего не поделаешь, ребят. Такова уж участь. Так. Блин, подожди секунду. Ну, давай, наверное, этот отряд возьму. Давай этот отряд возьму и быстренько разнесем. Тут обычного молотильщика за глаза, ребята, и за уши. Он любого тут скосит. Для него это не проблема. Как-то так. Быстро и безболезненно. Даже квест. А, ну квест у нас такой, самый простенький. Так, что у нас? Разыгрывается, ребята, ведьма в награду. Ну, вы знаете, что ведьма у меня фул. Поэтому мы это дело обходим. Так, меня попросили убрать с команды вот этого хламона с бэшки. Я, наверное, соглашусь. Я думаю, что ему здесь, ребята, ну, действительно, не место. Ну, не место ему здесь. И поставить вместо него прыгуна. По-моему, так просили сделать. Ну что, а мы с тобой двигаемся, ребят, по заданиям. У нас фабрика, насколько я помню. Фабрика роботов. И... Слушай, а команду-то я что-то подобрал здесь не очень хорошую, если честно. Ну, явно она не для фабрики. Ну, Джаггернаут, если только будет у нас на прикрытии. Да. Черт подери, что творят, а? Он просто, ребят, не выпускает его из стана, прикинь. Вынужденная была сейчас мера, ребят, вынужденная. Воу, воу! Ты гляди, что вытворяет, ребят. Неужели? Молодец, фехтовальщик, все-таки наказал этого хламона. Бота-паука этого. Ты видел, как он... Ты видел, как он справился с моей этой... Ползуном? Просто жить? Я же сразу сказал, ребята, эта команда, ну, совсем не топ. Она явно не для этого раунда. Молотильщик просто, ребята, пака сделает. Просто делает пакость мне. И готово. Просто превосходно. Ну что же, друзья мои. Долго, что-то, кстати, долго здесь провозюкался с ними. Я не ждал. Ну, я понимаю, что команда, конечно, неподходящая. Поэтому я, наверное, возьму... Подожди. Нет, ну теперь вот эта команда здесь будет как раз-то подходить. Потому что бойцы медленные у него. И к тому же нету молотильщика. Так что сейчас будет топ. Ой, ой, а как это я так... А как я так лопухнулся, говорю, нету молотильщика. Вот он молотильщик, ребят. Собственно, персона причем. А, тут бот-паука нету, все. Да-да-да-да-да, тут будет паука, ребята. Нет, блин, а. Как вот я ненавижу его именно вот за вот это вот, что он вытворяет. Да ты заколебал, а. Давай, родная моя, я вызываю
Джиггернауты. Прекрасно. Давай еще одну ниндзю. Ну, опять же, ребята, вот ниндзю берешь. Вот. Вот тебе итог, ребята. То, что мы с тобой выбрали ниндзю, блин. Клетку давай, срочно. Вон, фехтовальщик. А кого он там бьет-то? Не могу. Мы же должны замок бомбить. Есть. А, о, подожди, есть, во. Что-то там замешкались они немножко. И что-то пошло не по плану все. Так, это предпоследний этап, привет. Блин. Так, сейчас, секунду подумаю. Наверное, вот эту команду тут будет надо взять. Потому что, ребят, здесь всадник на журавле очень хорошо помогает. Потому что бот-паук его как бы не может захватить. Ага, ага, я помню, помню. Тут, конечно, надо было немножко по-другому делать. Больше все-таки на урон, ребята, основываться. Видишь, он отхиливает. Мы вот так вот сделаем с тобой. И как бы невыгодно мне брать здесь баллисту. Очень невыгодно, потому что он его все равно, ребят, завалит. Ну, щитобота можно взять, как вариант. Все-таки придется, ребят, наверное, взять одного. Все-таки придется одного взять мне для прикрытия. Он жестко отхиливает вот этот хмырь. И вот что он сделал из баллисты, а? Вот, ребята, и вышла моя друидка. Ну, она, конечно, уже здесь не нужна. Есть, запинали. Опять же, благодаря ускорению. Ну, радоваться нам особо пока не стоит, ребят. Последний этап. Здесь босс. Ой-ой-ой-ой-ой, термин 9000. Ну, всем же ясно, да? Что я сразу бегу за топовой колодой. За топовым отрядом, за нашим. И сейчас будем, надеюсь, разбирать. Сейчас в первую очередь с тобой наберем по максималке энергию. Да, дадут тебе по максималке забрать энергию, конечно. Я просто хочу сразу, ребята, вызвать ведьму. Луч. Я даже не знаю, луч стоит ли мне. Окей. Так, теперь прыгуна. Прыгуна, прыгун, он начинает, начинает. Само собой, он в ярости. Тьфу, господи. Я думал, что термин выйдет. Столько времени, кажется, прошло много. Я думал, что он выйдет. Нет, не вышел. Термин не вышел. Так, понятно. Это все у нас есть, это все у нас прокачано. Ну что ж, ребят, территория нежити. Сразу переходим с тобой на этот отряд, наверное, я думаю. Почему? Потому что у него чумная мышь, нам надо будет от нее прикрываться, и в этом случае нам поможет именно наша ниндзя. Но опять же, ниндзя фартит только в одном случае, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот сейчас посмотрим. А вот тут нам не фартануло, и все, я получаю урон. Прикинь? Вот просто не фартануло, и все, ребят. Да. Прикинь, меня тупо и нелепо здесь размотали. Вот это, блин, да.
Вообще-то я вообще тут туплю. Все, заплюют. Да, ребят, заплюют, к сожалению. Даже ниндзя тут уже не поможет мне. Ну только клетка если. Так а смысл, друзья мои, смысла уже нету. Вообще жестко. Да ну нафиг. Понятно, что здесь надо брать отряд с паладином, ребят. Да, я что-то как-то не ожидал я такого подвоха. Где? Вот, вот эта колода, ребят, нужна здесь. Потому что два юнита у нас тут с тобой сильных. Это и паладин. А... Успели я паладин-то призвать. А это нам нужна, ребят, тоже для прикрытия. Вот это, конечно, раздражает немножко. То, что к нему на помощь приходит голем, и мой паладин сразу на голема переключается. Опа, опа, ты что делаешь? Фу, блин, я думал, сейчас на косипорю. Сейчас пролетит, думаю, и начнет уже со спины бомбить. Ну как со спины бомбить? Она сразу полетит и... Ага, я все-таки видел, ребята, что всадник на журавле быстрее подбил, чем чумнуха нас атаковала. Я могу, конечно, сделать определенные выводы, но думаю, это будет слишком рано. Ну, здесь хорошо, здесь, потому что баллиста, ребят, прикрывает, и чумнуха только вылетает, ее сразу же стрелами уничтожаем. Так что у нее здесь шансов на выживание практически минимум был. Ай, твою налево. Вот не люблю привидения. Вот не, ненавижу его, ребят. Причем оно у него летает на постоянку. А у меня, когда вот если я захочу, мне приходится, ребята, его постоянно брать. Оно стоит недешево, 200 единиц. И, кстати, раньше, я тебе скажу, раньше в этой игре привидение надо было всего лишь один раз вызвать, и оно летало бы на постоянку. Теперь ничего подобного. Теперь надо вызывать его на постой. Так, слушай, два голема вызвал он. И привидение, ты посмотри, ну без остановки просто, друзья, просто без остановки он шпарит. И он наносит, естественно, урон. Вот, например, баллисте всего лишь 3 раза хватит, чтобы ее уничтожить привидением. Все, баллиста уже упала. Я понимаю, что ее можно, ребята, через отражение убить. Это вот, например, как у рыцаря-мага. Защита встает. И она, да, она отражает урон. И все. Больше, по-моему, привидение ничего не берет. Ну что же, мы переходим на третий этап. Здесь у нас служитель тьмы. Тоже еще та пакость. Чумная мышь. Служитель тьмы. Ну, служитель тьмы стоит недешево, поэтому я сомневаюсь, что он тут будет ими распуливаться. В отличие от меня. У меня баллиста стоит 300, а служитель, по-моему... А он, по-моему, столько же стоит. По-моему, да. Так, мне нужна баллиста. И мне... Ой-ой-ой. Так, ребят, надо эту пакость сюда тянуть. Есть. Хорош. Потому что служитель тьмы, ну, начнет, ребята, отхил, вампирик этот вырубать. Как бы не особо весело будет. А теперь не будет особо весело ему, потому что у меня вышла друидка. А
Друидка сейчас наставляет тотемы, и, соответственно, ребята, мы... Я вот так еще сделаю. Просто превосходно. Да, она могет. Она могет, и она делает, ребят. Смотри, тотемами просто обложили. Просто обложили тотемами и выиграли этот раунд. Ага. Так. Здесь есть некро. Здесь есть некромант. Или некроманша, как ее лучше назвать. Но не факт. Факт то, что она будет свои колобки вызывать. И, соответственно, паладин здесь не особо силен будет. Здесь рулит, ребята, баллиста. Здесь разруливает баллиста все. Но видишь, у него что еще есть? У него есть привидение, ребят. Твою, на ты серьезно сейчас? Он... Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, он меня как бы обманул. Получается. Не вздумай. Фух, баллиста, красавка. Блин, ну три удара и все, и она отдупляется. Ну, ну это не годится никуда, ребят. Ё-моё, что там происходит, а? Я друидку позвал, ребят, на всякий случай. Бедный Палыч там взахлёб. Ну все, друидка у нас. Так что теперь можно, наверное, и расслабиться. Наверное. Тотем красный стоит. Готово. Там нифига себе, она три красных... Три тотема красных поставила, нифига себе. Я думал, что он один только тотем может выставить, нифига. Три красных тотема, отлично. Так, друзья мои, ну что, здесь у нас дед. Вастушу подед. Тут надо вот этим отрядом бомбить. Здесь надо этим отрядом. Ну, насколько я помню, ребят, дед практически всегда выходит. Да иди ты. Блин. А нафига ты с чумнух это гад, а? Ронин, блин, ну хоть бы помог бы. Давай я тоже чумнуху позову тогда. Даже не сработало, ребята, прикинь. Друг друга уничтожили. Вот это плохо. Заморозка. Заморозка — это то, что нам надо. Слушай, мне придется применять. Я вижу, что пахнет уже жареным, друзья мои. Он уже вызвал, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои. Но он же ведьму глушить будет сейчас. Есть! Наказали, ребят, по коленочкам ему Ронин задал жару. Ничего он не успел сделать, короче. Засранец мелкий. Ну и прекрасно. Ну и замечательно. Так, некро, вали отсюда, а? Есть. Нормально. То, что нужно. Так, у нас... Ага, мы прошли. Мы прошли территорию нежити, друзья. Такие награды. И переходим в Нефритовую долину. Так, Нефритовая долина. Самурай. Плюс Нефритовый терракотовый воин. Да хорош ты. Но у меня-то будет посильнее, да, парень? Но не забывайте, ребята, его истерику.
Этот вышел еще тут. Давай так сделаем. Пускай корни их немножко замедлят. Ну вот, вот она истерика началась у самурая. Как он напрягает, а? По-моему, хана ему, ребят. О, да. Но это только первый уровень, так что радоваться-то особо не стоит. Потому что дальше кто у нас будет? Блин, всадник на журавле. Сразу же, ребята, отпадает эта команда из-за всадник на журавле, потому что у меня только может служитель тьмы противостоять ему. Здоровский, блин, а этот отряд не особо. Ну, я попробую, конечно, но он не особо силен. Всадник на журавле. Ниндзя, видишь, ниндзя переключается. Если бы ниндзя чисто бомбила воздушные бы цели, было бы круто. А она же бьет, кто ближе стоит, а всадник на журавле стоит подальше. Поэтому она будет бомбить, как всегда, танка в первую очередь. А всадник на журавле будет нас в этот момент разбирать. Ну, такая вот катавасия, друзья. Вот. Вот тебе примерчик. Вот тебе примерчик, ребят, смотри. Вот она, видишь, бомбит кого? Успели, повезло. И тут все вроде бы как бы хорошо, ребят, получается. Я его в клетку возьму. Пускай он там посидит, подумает над своим поведением. Я даже вот так вот успел сделать, прикинь. Блин, когда я его прокачаю на сотку, а, ребят? Когда это произойдет? Ну, никогда. Все из-за того, что нет событий на него и нету карточек. Карточки не выпадают. Вот самая огромная проблема-то. Окей. Так, ребят, что у нас? Ой, ёп. Ёмушки-воробушки. Блин, вот Джен. Блин, гребаный вот Джен, ребят. Ладно, я буду надеяться на нашу, на нашего молотильщика, который, который выпускает циркулярку свою. И, соответственно, там все его джены и пуджены все падают в одночасье. Вот здесь бы, друзья мои, вот здесь бы как раз-то прыгунчик и пригодился бы нам. Вот что он делает, гаденыш. А, мы его снесли. Я, правда, не знаю, как. Не увидел, ребят, этот момент. Но его нету теперь в поле зрения нашего. Так, хорош. Ну-ка, дедуль, выйди. Очень медленный юнит. Ну, робот, ребят, еще медленнее. Ядерный робот, я имею в виду. Бамс. Офигеть. Бомбанул, да? Старый воин-дед. Так, ну тут, в принципе, ничего сложного. Тут единственное, добавляется черепаха. Ну, черепаха, опять же, она дальнобойный юнит. Причем массового поражения. И такие, как молотильщик и БФГшка от нее, конечно же, будут падать. Это факт. Смотри-ка, он выпустил этого хламона первым. Я попробую сейчас, знаешь, что сделать? Деда позвать. Я попробую сейчас позвать деда. А деда уже прикрыть, если, конечно, успею и получится, через служителя тьмы. Просто интересно, получится это или нет. Просто, дед, наяривай там, будь здоров, смотри.
Нахлобучивает там по полной программе. Да. Одна из быстрых каток, друзья, получилась. Я очень этому рад. Ага, последний рубеж. И здесь богиня солнца. Ну, ребят, богиня солнца — это вот по этой части. Со всякими богинями, боссами. Это вот этот отряд, ребят. Опять же, не только за счет ведьмы, ребят, и за счет вот комбинации. Здесь очень мощная ульта. Очень мощная ульта. Одна, наверное, из мощных, я бы сказал бы, в игре. В принципе, за счет нее мы и разруливаем. Если все-таки, вот интересно мне знать, если сравнить в поединке друидку и, например, ведьму, кто бы из них был бы сильнее, а? Мне что-то вопрос интересует. Эх, жалко ты без истерики пошел. А вот, ребятушки, и что я натворил? А? Давай, Ронин! Есть! Срубил ее. Выкосил, как сорняк. Молодец. Молодец. А так бы она нам сейчас тут проблем бы много бы сделала, если честно. Начала бы своим солнцепеком тут бы жарить. Ничего хорошего у нас тут не получилось бы. Отдай мне награду. Такое себе. Оу. Мы прошли с вами, друзья мои, этапы. Переходим в портал. И встречает нас территория роботов. Дальше идет долина подданных. Территория захватчиков. Опять же, нефритовая долина и долина подданных. То есть две долины подданных здесь, ребят. Ну, поверь, для меня это как мед. Потому что подданные рыцари вот эти вот, как по мне, это самые, ну, самые ватники. Самые-самые слабые. Ну, это для меня, ребят, не знаю. Кроме Феникса. Феникса я, конечно, в расчет не беру. Феникс мощный. Тут не поспоришь. Оу, 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 ты что делаешь, блин? Ты посмотри. Я только бы ФГшку позвал, ребята, он сразу же ее закосил. Сразу же ее закосил, а? Ну, это мы ему в наказание уже наяриваем. Смотри, не угомонится никак, а? Есть. Карточка на трансформатор выпала. Ну, нормально. Нормально получилось. Единственное, что у меня энергия на отряде на этом кончилась. Так, вот здесь вот есть. Там кран что-то делает. Что-то они тут разбирают, что ли, или что? Так, погоди, 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 парень. Блин. Он сейчас будет ускакивать. А мы с ним вот так сделаем. Хорош. Заморозочка. Как ты меня раздражаешь, а? Ты вою налево, блин. Сейчас не удивлюсь, если полетит опять циркуляра. Не полетело ничего, слава богу. Ну давай, 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 наказываем. Есть. Никто им здесь не помог. Так, двигаем дальше, друзья мои. Двигаем дальше, у нас третий этап. Блин, третий этап, и энергии только здесь осталось. Здесь бомбер. Здесь у него будет бомбер, но я тебе скажу сразу, что
рыцарь маг этого бомбера снесет на один зубок. Для нее это вообще не проблема. Абсолютно не проблема, ребят. Она рождена против таких, как бомбер. Видишь? А вот это пока все же бесит. Чем БФГшка, ребята, противно? Она как-то стреляет, она отлетает назад. То есть ее не так легко поймать. В каком-то случае Ронин выбежал в истерике, и мы успели разнести вражескую базу. Блин, точно энергии нету. Мне бы хотелось бы на босса бы как-то... Нету, ребят. Я просто думал, что пройдем. Но, видимо, не... нет, не получится. Я имею в виду до босса и пройти уровень с боссом. Ну, энергии нету. Давай так попробую сделать. Ага, хилбот идет. Давай-ка я вот так вот сделаю. Вот она, истерика, сила. Сила истерики. Но тут уже само собой все. Запинали, закромсали, и даже шанса ему не дали. Противнику отыграться, грубо говоря. Блин, последний этап, и прям вообще что ли ничего нету. Вот. Ёк-макарёк. А тут я ядерный робот. Блин, ну это явно не для этого отряда, друзья. Блин. Тут надо очень много дамага, а у меня что? БФГшка. Он хилбот. Он, смотри, я щитобота с хилботом сразу же одновременно поставил. Деда надо вызывать. По возможности быстрее. Ну что, дедуля идет. Дедулечка идет. Вот он. Вышел все-таки, пройдоха. Мы его замедлим, друзья мои. Мы быстрее базу разнесем, чем его уничтожим. Слушай, ну прикольно. Мы его не то что замедлили, мы его вообще остановили. Почему-то. Он даже двинуться не мог. А, наверное, где-то его станом. В стан его загнал, скорее всего. Наверное, ребят. Так, ну что у нас там? Вот. Есть, ребят, еще. Как говорится, порох в пороховницах. Ягоды в ягодицах. Ой, ты куда идешь, мелкий? Давай-ка ты так не шути, парень. Блин, фехтовальщика надо брать. А уже фехтовальщика прикрываем через ниндзю. Ой-ой-ой-ой-ой, какой там через ниндзю? Нам срочно нужен джаггернаут. Слушай, заколебал он уже, а? Ну, паладин 100%, ребята, проигрывает нашему джаггернауту, потому что у джаггернаута две полоски жизни. Одна активная, другая, когда он поломанный. Так что нечего тут тягаться с нами. Согласись. Тягаться с нами здесь нечего. Так. Второй, ребятушки, этап. Есть у нас энергия для второго этапа? Нету. Ну что ж, друзья мои, тогда на сегодня я буду завершать эту серию. Всем удачи и до новых скорых
видосиков.